Юлия Латынина очень много серьезных вещей вскрыла. Но сегодня, имея такой авторитет, ее заявления, как бомба, они опасны. Я не приведу в движение гражданское общество, что бы я ни говорил, таким образом, как может привести в движение Латынина. Я хочу, чтобы это все понимали. Мы прошли войну. У нас здесь люди, каждый из них ранен. Люди знают, что такое цена каждой капли крови. И сегодня мы не хотели бы, чтобы в этом участвовали наши дети, чтобы избили этих ОМОНовцев, которые ничем не повинны и так далее. А их уже 6 мая избили. Сегодня есть люди, которые хотят, чтобы у нас был конфликт. Они хотят использовать конфликт в своих целях, взорвать общественное мнение. А мы хотим, чтобы не революционно, а эволюционно развивалось событие. Если власть виновата, давайте мы будем власть ругать конструктивно. Ну и второй момент. Мы хотим задать вопрос Эхо, она же ведь финансируется Газпромом. Мы хотим задать вопрос Миллеру. А на каком основании сегодня финансируют эти деньги и так далее, призывают к гражданской войне? Как